вы видите, это река Бузан. Это очень известная исторически река. По ней когда-то шли челны Степана Разина. И здесь подтопили княжну-то где-то? Нет, не здесь. Может быть, где-то недалеко. Вот. Но эта река всегда была очень рыбной в Астраханском крае. Всегда. И, например, вот откуда наше название «синеморца»? Можно сказать, что это вот какой-то там игра слов. На самом деле «синеморцы» — это сленговое название вот этих мест в 17 веке. В народе называли «синеморцо», а так оно называлось «синее морцо». А в сленгом выражение одним словом — «синеморцо». Синеморские рыбные промыслы, очень известные, были подарены, по-моему, в 1792 году Екатериной Великой купцу Безбородько, который сюда так и ни разу и не приехал. Вот. Ну и потом он сдавал их в аренду, а потом кому-то продал. По-моему, сапожникам астраханским, очень известным промышленникам. Вот такая история. И синеморцы соответствуют названию историческое. Раньше, конечно, здесь было побольше воды. Но вообще вся эта местность, весь этот район состоит из островов. Острова и очень много рек. Сейчас вот половодье, большая вода, и поэтому вот видно, как много воды может быть. Когда половодье сходит, воды, конечно, меньше, но река очень могучая. Это судоходная, в принципе, одна из ключевых рек, которые создают большую пойму Астраханского заповедника. Угу. То есть это вот такая... Заповедник здесь абсолютно совсем рядом. Там буквально, по-моему, 20 километров, что ли, отсюда будет заповедник. Для безопасности нас нарядили в жилеты. Хотя такое не тонет, но тем не менее. Значит, сейчас мы поедем прокатимся по, ну, по Оби, считай. Нет. По какой Оби, блин? По Катуни. Я забываю все время, как называется эта река, которая часть Волги. Бузан. 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 Ну, можете по Оби. Другое половье. Это шире, ну, все, что затопляется, это здесь половье. Низинки. Главное такое. Thank you.
рыба-то какая здесь? Во мой смысле, да? Ну как у вас впечатление, Алексей? Круто, ребята, большая вода — это круто. То есть мне, человеку, живущему на малой реке, вот такие вещи вообще необычные и очень интересные. Не хотелось бы задержаться здесь по воду подольше. Ну мы 5 дней будем в Астрахани, этого, да, под Астраханью, да. Да. Но вот круто, круто. Подойти ближе к плавам. Ага. Вот здесь рыбки самые раздоля в этих кустиках. В кущерях. Здесь она и плавится. Сейчас как? Прыгнет. В лодку. Местные люди, естественно, рыбку ловят. Светочки-то ставят. Конечно. Грех не поставить.
классно. Вот прям такой бережок, вот там бы стал бы и стоял бы недели две. Никого нету. А у нас далеко по течению не добрасывают. Будем готовы. Всего доброго, пока. Хорошее дело. Наверное. Слева, да?
Там баллоны, а здесь нет баллонов, да? Это пласт. Олег. Вот внизу там какие-то были баллоны, нет? Мне показалось, нет? Пенопласты там. Там и там пенопласты. Швартой.